Торжественные службы прошли в 24 храмах нашего округа. Каждое богослужение началось с праздничного крестного хода, который традиционно совершается в полночь и предваряет пасхальную утреннюю. На литургии вместе с прихожанами присутствовал и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Раченко. Вместе с семьей он посетил пасхальное богослужение в церкви преподобного Иосифа Волоцкого и поздравил жителей нашего округа со светлым праздником. Каждый православный верит в эту доброту и правду, которая позволяет спасти душу человеческую, как, собственно, говорит наш Господь Бог. Я от всей души хочу пожелать всем любви, доброты к ближнему и всех православных. Христос воскресе!